Спортивный проект «Игры улиц» стартовал в Тобольске. В течение всего лета на открытых спортивных площадках города будут реализовывать соревновательные программы. Торжественное открытие прошло на территории гимназии имени Николая Лицмана. «Игры улиц» – это проект, который успешно зашел в прошлом году. 440 человек, это и дети, и взрослые, были активно вовлечены в соревновательный процесс по видам спорта – волейбол, стритбол и шахматы. Мы добавили настольный теннис. Вот на сегодняшний день идет активно заявочная кампания. Проект осуществляется при поддержке Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Тобольска в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни». Присоединиться может любой желающий. Занятия проходят ежедневно на базе школ номер 12, 18, гимназии Николая Лицмана и в 15-м микрорайоне с 18 часов.